В чем испытание нынешнего момента для меня? В чем оно сделает меня лучше? Что мы вынесем по результату этого? Это же фундаментальный вопрос. Да? Все может кончиться. В любой момент могут предложить подвести итоги. И надо в любой момент сказать, все хорошо. Ну, с точки зрения итогов. И тогда вы действительно хорошо живете. А если вам говорят, ну, подведи итоги. Тут не то, и тут не то. И сразу становится понятно, что есть чего, куда, как и так далее.